Здравствуйте, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе, можно сказать, для художников. Вот, участие там бесплатно, сразу скажу. И поучаствовать можно до 30 мая. Вот. Если вас интересуют вообще темы конкурсов для художников и для фотографов, не забудьте подписаться на этот канал Поля. Я каждый месяц рассказываю о разных конкурсах. Если мое видео для вас интересно и полезно, не забудьте поставить лайк. Пожалуйста, пишите комментарии. Тем самым вы помогаете продвижению моего канала. Ссылочка на информацию о конкурсе будет под видео, а я вам сейчас вкратце расскажу. Там будет две категории. Первая категория – все виды театральных афиш, спектакль, опера, балет. И вторая категория – другие сцены, музыка, танец, пение, перформанс. Это вообще международный биеннале театрального плаката в Армении 2024. Разрешено подать до 3 афиш, которые производятся с мая 2022 года. Будет выставка осенью 2024 года в Национальном академическом театре Армении. Помимо участия в выставке, победители получат медали и дипломы. Вот, ну и разные упоминания, наверное, в СМИ, скорее всего. Для того, чтобы поучаствовать, нужно прислать цифровые файлы и должно быть описание на английском языке. Я афиши не рисую, скажу честно, у меня нет даже такого опыта, но, может быть, вы, если вы являетесь художником-иллюстратором, возможно, что вы что-то подобное рисовали, какие-то плакаты, какие-то афиши для разных мероприятий. Вот, можете поучаствовать в международном биеннале театрального плаката в Армении 2024. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о данном конкурсе, будете ли вы в нем участвовать. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!